В общем, пока мы идем на точку новой ловли, я хочу презентовать новую шикарную супер экшен камеру. Так получилось, что в прошлый раз я камеры все позабывал и пришлось их делать, ее делать из видеорегистратора. Крепеж из обычной блесны. Рассанин. Ой, секундочку, подрулю, а то в берег идем. Ага. Вот, к блесне прихерячена камера сама, снята с УАЗика. Крючочки — это как крепеж, можно зацепить за фуражку, за шапку, за грудь, где-нибудь за куртку. И бесперебойный блок питания. И вот такая красота получилась. Очень удобно, когда вообще ничего нету. Это супер экшн камера.